Этот год был полон приятных сюрпризов, значимых достижений, долгожданных успехов. Оглядываясь назад, я хочу, чтобы вы задали себе вопрос. Каким был для нас этот год? Что он нам принес? Что мы сделали за все это время? И что еще предстоит сделать? За 4 года, несмотря ни на что, мы ни разу не отклонились от намеченного нами пути. Из идеи на грани фантастики мы смогли сделать реальный, высокотехнологичный продукт, готовый изменить представление о транспорте и мобильности. Для того, чтобы занять место на рынке и в истории, которую мы заслуживаем по праву, нам нужно работать на самом высоком уровне и добиваться невозможного. Сейчас нам нужно думать категориями не только нашей страны, но и целого мира. Да, мы ставим труднодостижимые цели, и только благодаря вашему уму и труду у нас получится их достичь. Ведь компания — это не здания, активы и бумаги, это в первую очередь люди. Мы выбираем лучших специалистов в своих отраслях. Немаловажно и то, что мы растем и при этом остаемся крепкой командой. Мы сохранили индивидуальность и смогли расширить границы возможностей всех, кто стремился сделать что-то новое и не боялся сложных задач. Мы стали старше и мудрее в профессиональной сфере, открыли для себя новые направления и новые горизонты. Сегодня о нас пишут мировые СМИ. К нам приезжают делегации со всех концов света. В этом году в экотехнопарке побывали представители Японии, Бразилии, Перу, Эмиратов, Индии, Аргентины и многих других стран. Интерес иностранных инвесторов к нашим разработкам растет. Но это только начало. Процесс совершенствования — это тернистый путь, и мы с него не свернем. Любимое дело, креатив и творчество, дружная команда — вот залог успеха. Я хочу сказать спасибо всем сотрудникам за неоценимый вклад в развитие нашего общего дела. С Новым годом! А сейчас пару слов нам скажет наш генеральный конструктор Анатолий Эдуардович Юницкий. Уважаемые коллеги, вот и подходит к концу 2018 год. Год, который определил основной вектор нашего развития. Это Объединенные Арабские Эмираты. Десятилетие поиска базовой страны, вначале Беларусь, затем Германия, затем Россия, далее Украина, снова Россия, затем Австралия, снова Россия, далее Литва, снова Беларусь и снова Австралия, затем Индия и Индонезия завершились. Мы много сделали в Беларуси и для Белоруссии. Это и экотехнопарк Марьиной Горки с 5 построенными тестовыми транспортно-инфраструктурными комплексами SkyWay. И, собственно, многопрофильное производство, оснащенное самым современным оборудованием. И собственный офис, в котором трудится наш многонациональный инженерный коллектив, в количестве почти 800 высококвалифицированных специалистов. Технология SkyWay уже состоялась, и отрицать это может только идиот. Но с точки зрения развития, то, что уже сделано, мертво. Жизнь и наше будущее впереди. Почивание на лаврах очень опасно. Нас быстро догонят и перегонят, если мы не будем хотя бы на шаг впереди. Сертификация 4 типов нашего подвижного состава очень важна с точки зрения доказательства жизнеспособности струнных технологий. Но еще важнее то, что мы знаем их недостатки и знаем их, как устранить. А этого наши конкуренты не знают. Сегодня уже определены векторы развития струнных технологий и других сопутствующих технологий на многие годы вперед. Но не зря говорят. Хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. А еще есть мудрость. Человеку нужно 2 года, чтобы научиться говорить, и 60 лет, чтобы научиться держать язык за зубами. Поэтому не планы важны, а вектор развития. Как стать в течение 3 лет одной из самых крупных компаний мира. Итак, подписаны все необходимые соглашения. Выделена земля. В общей сложности 225 гектар, что больше площади Монако или 5 Ватиканов.
определены источники финансирования и созданы механизмы для этого. И не только краудинвестинг. Уже дан старт работ не только по созданию инновационных центров SkyWay в тропическом исполнении, но и нескольких адресных проектов, которые будут полностью финансировать заказчики, а это миллиарды долларов. В уходящем году у нас была сложная конкурентная борьба, исход которой не был ясен до самого последнего момента. Все это могло завершиться для нас тем же, чем и стала Литва в 2014 году. Но мы победили. Предпочтение дали нам молодой инжиниринговой компании с неоднозначной репутацией, как любят повторять наши недобросовестные конкуренты, с инновационной струнной технологией, а не традиционным транспортным технологиям, за которыми стоят крупнейшие мировые бренды. С наступающим Рождеством и Новым годом, годом наших решающих побед. Строй SkyWay, спасай планету!